бьем босса, доводим до 75%. Только не забывай, магов хилим. Следите, чтоб пета не убивали никого. Петов на пассив отключать, либо вообще убирайте их нафиг. Пока бьем босса. 80%, 85%. Еще много. 10%. Точно так же делаем. Олег в конце там назначит. Точки поставит. Ладно, тогда не надо сейчас подбивать фану ботов. Просто будем нитки кидать, кто ближе к боссу подходит. Давайте разбежимся с контролем сейчас мобов. Сердце никто не трогает. Забейте на него. Не фиряй, лок. Вы делаем, не фиряй тут мобов. Сливайте его звезду. От моба слева, бегайте. Слева один мобот, справа два. Три. Три, да. Спасибо за уточнение, дружище. Каменс, подбивай звезду до 25к. Оптимус, кружок. Удивляй. Да, стой, как будто не били. Да точечно ж развивается. Тони фирмы. Тире. Бля, ну зачем вы взорвали, пиздец? Вам бот-то взорвали. Кстати, и что-то он не нанес урон фаноботу. Нафиг 200-300 хп. Он значит далеко был, слышишь, Олег? Значит далеко очень был. Я говорю там практически в точку. Ну, видишь, где звезда стоит? Вот здесь он. Ну хотя он 2К нанес. 2К наносит бомбот, что ли? Видимо, да. Хилься. Тепло хилю. Бомботы, короче, взрываются, когда им сносишь где-то половину хп вот так. 50 ботов на тронке, ребята, возле босса. И вот. Бейте босса, кто не закрыл. Я подумал, короче, до 10%, и он сам взорвался. Тогда их лучше вообще не бить. Ну, по-моему, проебали уже ничего, да? Уже 4 бомбота слили. Ой, давай, лучше. проводи, пока не стреляют. Бомботы вылезут вроде бы, это... Если мы хламоботом мало хп оставим, то нормально будет. Да. Давайте также контролим, пока идем нормально. Давайте тогда бомботов не подбиваем. Телек частицу новой, да. Так может еще слышишь, когда будем разбивать, ты там метки поставишь на хламоботов, тут определенный каждый свой таргет выберет, чтобы быстро слить каждый. Да, конечно. Сделано. Виталий. Сколько нужно всего патронов? 20? Аля, Виталий, ты с бомбой не туда побежал. 20. Ну смотри, 25 человек в рейде, каждый по фокусу берет одного хламобота, и все. Что, нельзя бить хламоботов, надо, чтобы они взорвались от того, что эта бомба взорвается. О, мы одно это же говорим. Что надо делать лучше? Там, если хоть упал, то так все. Так здесь фомобота. Так тут тоже можно проебать. Давайте на бумаге. Давайте контролим, ребята. Контролим. Пробуем сейчас, сделаем нормально все. Контрольте мобов в центре, там магия опять. Вары, замедляйте их. Да это никакого уже мара. У кого? Ну, в центре у хламботов. Здесь здоровый. Сделай, чтобы. Они еще идут. Кидай по овцой, короче. Они не шипятся. Почему ты... А, звезда слева по курсу. Идет на босса. Все, уже не идет. Подайте эфир там под боссом Славик. Уводи в другую сторону. Замедлите под боссом кто-то. Куда? Звезда, ты... Минус 4 хлама группы. Ну, их есть, но на СКП, следовательно, еще может один раз. Давайте посчитаем, сколько. Нормально, короче. Я 15 насчитал. 3, 4, 5. Ну 5% тысяч. Ну еще два раза будет.
Угу. Давайте, бей, кто не задействован в контроле, бейте босса. Дай его сейчас перевести. Звезду замедлите. Боссам нужен контроль, ребята, помогите там, ханты или кто-то, вары. Бегу. Квадратик контроль. Нет. Здесь в центре держать. Сводите как-то потихоньку уже, начинайте. Так, Эри, Оптимус, читай гимн на ХП, Юрий, ставь ты там. Прилево, ман. Короче, я подобью сам оружием. Бумботы, они бегут как на цель, ну, которую в таргете? Да-да-да, они, короче, нет, бумботы меняют цель, то есть их танки могут, короче, за это сам на себя взять. А хламоботы никогда цель не меняют, они тупо на босса бегут. Ну, это понятно. Вот. Типа, Олег, ты видел раньше, когда бомбон взорвался с хламоботов, с хламоботом, и он, типа, вообще, не нанес урона? Он там вообще мизерный, я говорю, их в точку практически сводить он надо. Как калечно взорвался. Уводи подальше, Славик, он опять бегут. Вот, и во-во-во, и так и контроль, я нормально уже, более-менее. Так, 75, 50 и 25. Сейчас пока не там. Бейте босс. Переводи. Да-да-да, переведите. Три бомбота мало. Но мало хп хламобота мы ставим, то нормально. Я сейчас побью пушкой 300. Ты думаешь, в этой куче есть 20 хламоботов? Нет, там нет. Ну сейчас у нас еще раз вылезет и посмотрим, посчитаем. Дай, беги подальше. Вот смотрите, сейчас полез трэш. 16 штук. В центре контрольки. Трэшки побежали уже по краям. Хотите трэш, бейте, точно. В центре там три мага, остались два. Кралька просто в центре и Элем, короче, в центре. Остальные, кого не назвал, вы идете там. Еще, короче, литрем в центр лужу лей. А породистый, ты на контроль. Давайте, давайте, в центре опять трэш пошел. Где мне проходить сейчас? Проходи к воротам. Ой, не туда. Просто беги. Сами водите, блядь, не туда надо. Нормально. Ну, Славик, беги, беги. Под хламоботом. Хламобот под боссом. Во. Трех сторон надо что сделать. Давайте их много. Вы так быстро сливаете. Блин, нормально так выйдет. Да не сливайте хламоботом. Я не знаю, блядь, не представь, блядь. Поводи. Представь, что ты танчишь 25 ерец на анбаф лича. Просто повернись спиной к боссу и побежал. Блядь, анбаф. Минус ДК, блядь, сразу. Да тут-то можно спинуть. Все, надо сводить. Ну вот тебе еще трои. Вот это да. Хламобота вот идет, да? Да, да, 75, 50 и 20. По-моему, нет. А, мы три раза уже перевели, да? Да, да зачем ты взрываешь? Не взрывай. Не взрывай, не взрывай. Вот теперь их надо, короче, в одну точку свести. Прям практически в одну. В центре пытайтесь. Ну смотри, если он будет бегать по кругу и крутить босса, то они в итоге сойдут в одну точку. Да-да, я понял. Сейчас пока тихонечко. Сейчас хламоботов чё? У кого фулл ХП, можно тихонько подбить. И ты, Слава, потихоньку закручивай. Слава, давай. Бумботов не забивай. Бумботов давай. На половине ХП. Да, босса не трогайте вообще, не надо. Сейчас только хил, короче, хилит его, я его похилю. Так. Кто есть с нормальным шмотом, кроме Лудиали, но Оптимус и Каменса? Родистый с нормальным шмотом. Ну ладно, тогда помолимся на удачу. Примарочку. Давайте назначим людей в конкретных этих играть, в бумботу. Хорошо, сейчас скажу, подожди, еще минуту. Сейчас они еще встанут получше вместе. Давай скажу сначала, кто будет что бить. Так, Каменс, будешь бить звездочку, кружок. А, слышите, там Берсач. Усы, квадрат. Трусы, квадрат. Что там еще? Закручивай, закручивай. Вуди Аллен, ромбик и череп. Вы услышали? Кто че бьет? Да. Вуди Аллен, ромбик. Морозьте бомботов, пусть они к хламоботам идут. Надо их в одну точку свести. Хламобота потяните в общую кучу. Вообще не морозьте трэш, не морозьте. Пусть они просто под замедлением закручиваются. Согласен, хорошая идея. У нас, короче, это персы 20 секунд, ребята. Ну, что будет, когда персы? Все, да. Свели как-то. Сливайте. Давайте, бомботов бейте. Точечно только. Точечно, ребята, бомботов, точечно. 15. Ой, красава. Давай быстрее убиваем босса. Убивай босса. 7 секунд осталось. Нет, босса вы не убьете. Босса вы
Еще в любом случае оставим. Если не убьем, да, то ты... Не знаю, что сделать. Че, если не убиваем, то... Кто орел гей? Кто орел? Блять, я. То он просто быстро бегать начал. Слава, прожмись, да не сваншотил. Каплю дал. Давай. Давай. Катя, блин, пацаны. Как они лечат. Берса чисто подслал. Ай, красава. Украл все-таки. Лучшая гильдия на серии, на.